Всем большой привет! Сегодня будем заготавливать на зиму сливы с минимальным количеством сахара. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Чтобы не пропускать новые рецепты, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Приятного просмотра! Берем спелые сливы, удаляем из них косточки, а затем нарезаем небольшими дольками. Вес слив в чистом виде 1 кг. Дальше высыпаем подготовленные сливы в сухую сковороду. Включаем небольшой огонь. Добавляем 3 чайной ложки лимонной кислоты. 0,5 кг сахара. Перемешиваем. И доводим содержимое сковороды до кипения. Массу периодически мешаем. Как только варенье закипит, увеличиваем огонь до среднего и жарим сливы 20 минут. При этом снимаем пенку. Диаметр моей сковороды 26 сантиметров. Приготовление варенья в сковороде отличается от варки в любой другой посуде тем, что оно не сбегает и не пригорает, даже если его мешать очень редко. При этом варенье получается более густым и вкусным. Через 20 минут огонь выключаем и сразу разливаем варенье по сухим стерильным банкам. Как стерилизовать банки и крышки, можно посмотреть в подсказках. Ссылка также есть в описании под видео. Наполненные банки закатываем, пока они горячие. Переворачиваем на несколько минут, чтобы проверить на предмет подтекания, а затем отправляем на хранение в кладовку или погреб. Из указанного количества продуктов получается 1 литр варенья. Вот и все. Очень вкусное жареное на сковороде сливовое варенье готово. Приятного чаепития! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.